Памятные акции, возложения цветов и концерты. В городе запланированы самые разные мероприятия. Некоторые из них уже начались. Так, в парковом комплексе истории техники имени Сахарова вновь ожила легендарная выставка «Дорога истории. Наша победа». Масштабные декорации представляют фронт и тыл во время войны. Работают волонтеры и артисты. 9 мая на площади Свободы по традиции пройдет торжественное мероприятие и возложение цветов к обелиску славы. Начало в 10 часов. Во всех районах будут праздничные концерты, тематические мероприятия и выставки. По улицам города проедут авто и мотоколонны. Так, жители и гостей города ждут 9 мая в 10 часов возле Дворца спорта «Волгарь». Именно там дадут старт автопараду. В 13 часов колонна проедет по улицам Центрального района. Кроме этого, весь день в Парке Победы будет работать множество концертных площадок. А вечером с 19 часов тольяттинцев ждут на площади возле Дворца спорта «Волгарь», где пройдет праздничная программа «Музыка Победы». Основные мероприятия Центрального района пройдут на площади Свободы. В 11 утра возле театра кукол состоится выставка «Страницы великой истории». А вечером там же, на площади Свободы, в 19 часов пройдет праздничный концерт. Жители Комсомольского района приглашают сквер Островского и экопарк Шлюзовой. Кроме этого, праздничная программа с песнями военных лет и полевой кухни пройдет на площади возле Дворца культуры ТУАС. Завершатся празднования салютом в 22:00 во всех районах города. К 9 мая готовится и телеканал «Тольятти-24». Весь день на нашем канале будет идти телемарафон «Победы». Мы помним, мы гордимся. Мы чтим память наших героев. В честь Великого Дня Победы наш праздничный телемарафон на телеканале «Тольятти-24». Прямая трансляция торжественного мероприятия с площади Свободы. Репортажи с праздничных площадок города. Поздравления ветеранам, марафон военных песен и стихов в исполнении тольяттинцев, концерты, музыка, художественные фильмы. Онлайн-версия «Бессмертного полка». В этот день мы все посвящаем героическому подвигу нашего народа. Дорогие друзья, включайте телеканал «Тольятти-24» 9 мая с самого утра. Мы ждем вас у телеэкранов и в наших группах в социальных сетях. Встретим этот день вместе!